Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Добрий день, шановні друзі, з вами знов програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні у мене взуття підібрано під колір бороди і дуже гарний настрій. Ви спитаєте, чому у мене такий гарний настрій? Це дуже просто. Просто сьогодні до мене в гості прийшла Олена Бондаренко. Вітаю вас, пані. Здравствуйте, здравствуйте всім. Олена. Я хотів би вас запитати. У нас програма називається «Топ-блогери України», і я знаю, що ви вже декілька років займаєтесь тим, що ведете свій особистий блог на Ютубі. І хотів дізнатися, що надихнуло вас на те, щоб прийти в Ютуб, і яка мета була взагалі? Ой, Тарик, на самом деле это очень тяжелая ноша. И, ну, мне кажется, что когда люди становятся блогерами, либо это какая-то внутренняя потребность от рождения, да, даже если на тот момент человек родился, еще не было этой гаджетомании. А с другой стороны, это такая очень вынужденная необходимость. Вот у меня второй случай, да. Конечно, очень тяжело вылезать из своей скорлупы, выдумывать, записываться, посвящать уйму времени подготовке, а потом самой записи, а потом как-то рефлексировать на то, что происходит у тебя под видеоблогами, пытаться для себя найти какие-то новые темы. То есть это все равно работа, которая крадется, работа, которая крадет у тебя время личное, да, которое ты там мог более приятным вещам посвятить. Но это была необходимость, поскольку с 2014 года я как политический спикер вообще исчезла с украинских экранов. Чему вот, совсем. Так сталося? Чому ну ви перестали как же, ну ви что? Ну, Тарик, я ж злочинна панда. Я ж частина тієї команди, попередників, да. Те, которые не должны были в силу своих способностей вообще появляться на экране. Зараз багато людей сумують за пандою. Так что у меня была просто потребность сохранить контакт, сохранить связь со своими сторонниками. И слава богу, что на тот момент не было тотальной расправы с социальными сетями, в том числе с Ютубом, с Фейсбуком. И ну, мне пришлось общаться со сторонниками, с такими же, как я, чтобы чувствовать это плечо и чтобы они чувствовали. Чувствовали меня, выходить в социальные сети, заводить свой YouTube-канал, общаться. Вот, кстати, сейчас у меня такой период анабиоза, я бы это назвала, потому что вот очень выхолостили выборы, и вот так тяжело заставить себя снова и снова писать эти видеоблоги. Я понимаю, что кому-то очень хочется слышать. А вы читали, что дуже багато людей вам писало, что вы маєте повернутися до цієї справи? Да, конечно же, я вернусь, когда найду в себе внутренние силы, все-таки снова скрипя сердцем, найдя вот какой-то кусочек времени, оторвав його у сім'ї, у себе, і зайнятися общественно полезною нагрузкою. Ви сказали, що там досить багато людей пишуть якісь коментарі. І не завжди вони приємні. К этому нормально нужно относиться. Послушайте, не могут люди тебя только облизывать и хвалить. Конечно, есть критика. Ну, як ви відноситесь до того, що деякі люди просто пишуть, от ви зняли блог, і вони одразу пишуть, ну, по ну, типу, какой-нибудь гадость, давайте, да, або кремлівська пропаганда. Нормально, знаете почему? Потому что, в принципе, для меня есть разница в подходах. Если человек просто стремится меня сразу там оскорбить, нет ничего конструктивного. Не обґрунтовано. Ну, чего ради я буду переживать по поводу вот этого всего, если человек изначально ненавидит меня, имеет там личную неприязнь. Ну, это нормально нужно воспринимать. Просто этому нужно, наверное, как-то учиться, я не знаю, перестраиваться. Первое время, наверное, всем больно, ну а потом, когда ты очень долго трешься в этих жерновах, наступает такой период, когда кожа просто толстеет, и уже такая критика, да это даже не критика, это просто оскорбление, они тебя не берут. А якось можна зробити, чи може якісь є інструменти, ну, це не стосується людей, які пишуть якісь коментарі в Ютубі, а, наприклад, є на телебаченні, там, ну, безпосередньо можемо згадати, що там кажуть, наприклад, на прямому каналі, на п'ятому. От, це вже, якщо в інтернеті це аноніми, то тут ми бачимо безпосередньо тих людей, які на когось вішують ярлики. І мені іноді здається, що вони кажуть,
що це пропагандист, тому що вони просто на, ну, на людину не можуть сказати, що це неправда, що, що людина брехло. Від того, ну, це ж давня, це ж давня технологія, то есть человека нужно заярлыковать, как я это называю, да, то есть пришить сразу какой-то ярлык. Обычно для меня это все укладывается только в одну формулу. Нужно обозвать тебя врагом народа. Туда можно сколько угодно еще эпитетов накидать, но в принципе в целом формула понятна. А ну, заборонить этим людям вешать ярлыки, якось, якийсь вплив на них існує взагалі? А, ну, при таком состоянии общества, да, когда настолько высок градус ненависти, высок градус вражды между людьми, я думаю, что это в какой-то степени даже пока бесполезный труд. Самое главное, как ты на это реагируешь, самое главное, как ты отвечаешь, не отвечаешь, рефлексируешь, не рефлексируешь. В принципе, я выбрала для себя одну единственную верную тактику. Не обращать на это внимания, не рефлексировать. Ты пришла с какой-то задачей на эфир. У тебя есть своя речь, свои тезисы, какие-то свои убеждения, которыми ты должен зажечь парочку, тройку, десятку, сотню, тысячу людей, которые тебя услышат и увидят. Зачем распыляться, тратить время на грызню, когда это время можно посвятить тому, что ты скажешь, то, что ты подготовил для своих сторонников и для тех людей, которые, возможно, услышат тебя и поменяют свою точку зрения. То есть просто здесь нужно выставлять приоритеты. Нет времени для грызни с теми, кто тебя изначально ненавидит, не любит или презрительно к тебе относится. Китайская философия. Осталось время только для тех, кто тебя любит и ценит. Вот это вот, в принципе, проблема приоритетов. На что ты тратишь свою жизнь? На людей, которые тебе приятны, и ты сам их любишь, и они любят тебя. Либо на людей, которые тебя ненавидят, и они тебе, в принципе, неинтересны. Зрозуміло. Ну, будемо... ну, я призываю просто так большую часть из нас поступать. Я думаю, что этому научиться можно, хотя трудно. Мне очень часто говорят, ну, как ты выдерживаешь? Ну, есть какой-то рецепт, есть какие-то медикаменты, которые, ну, мабуть, притормаживают реакцию. Потрібна, медитация какая-то. Нет, это просто годы тренировок, да. Я понял. Отже, хотів ще задати таке питання. Ви, ну, я останнім часом дуже став хвилюватися за пані Гонтареву. Ой, ну, от, ну, як хвилюватися? Приблизно, ну, так же, як вона хвилювалася за курс гривні, да, коли очолювала НБУ. От, так сталося, що вона, ну, її можна назвати зараз місіс ЧП 2019, угу. Тому що спочатку її таксі збило в Лондоні, потім машина згоріла, яка належала родині, потім будинок, так. І нещодавно на ефірі пані Гонтарева поскаржила, що Петро Олексійович навіть смски на підтримку їй не вислав. І от. Тут же і тут Петро Олексійович зробив три футболки. От. Приїхав в Лондон. Як, ну, я думаю, що Гонтарева умілий маніпулятор і умілий чоловік в плані зробити намек. Да? В принципе, Петр Алексеевич, ну давайте уже называть все своими именами. Он ее подельник. Вернее, она его подельница. То есть он главнейший, получается? Конечно же, потому что с его подачи она была назначена, он ее прикрывал, там еще есть такое классное слово, модное, крышевал, да? Он ее крыша политическая. И, главное, конечно же, наверняка... чтобы цей дах не сгорів, не поехала. Так, да. Вот. И наверняка, конечно же, о его проделках, о его намерениях, о его желаниях, возможно, каких-то не совсем законных поручениях, она знает достаточно много. И, конечно, вот этот намек о том, что он ей даже не позвонил, я думаю, он правильно прочитал ее сигнал. Он тут же явился и заверил в том, что они единое целое, вместе, и, в принципе, он ее не бросит и будет, скорее всего, о ней заботиться. Ну, по крайней мере, сказал. А это новая мода так футболки носить, не надягать, а просто так накинуть? Ну, Петр Алексеевич у нас любитель эпатажа, да, то он паспорта показывал, да, в ООН, то он показывал часть от волновахского автобуса. Теперь он вот с вышиваночками ходил до этого, в каких-то футболочках появлялся. Ну вот, сия участь постигла и Гонтареву, к ней тоже прибыла ее персональная футболочка. Ясно. Дякую вам за відповідь. Це була наша думка на цю тему. А тепер давайте подивимось, що на цю саму тему нам розповість Олег Карабас. Топ-блогери України. Сегодня мы с вами поговорим о том, как Петр Порошенко прилетал в Лондон, чтобы проведать в больничке свою кассиршу Валерию Гонтареву.
А также поговорим о том, почему все-таки миссия Международного валютного фонда покинула Украину с таким неутешительным для нас результатом. Итак, бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной прибыли в Лондон и проведали экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву. Ту самую Гонтареву, которая месяц тому назад в Лондоне на пешеходном переходе сбила автомобиль. Порошенко с супругой пришли к ней в больницу, где она сейчас находится на лечении, и для поднятия настроения подарили ей футболки. И на этих футболках изображена карикатура на Гонтареву, которая делает балетное па, держа в руках две сабли, и при этом одна нога у нее находится в гипсе. Это изображение на футболках как бы говорит, что находясь в таком больничном состоянии, Валерия Гонтарева все равно готова к серьезным сражениям. Я думаю, что на этих футболках явно не хватало изображения Игоря Коломойского. Потому что мы с вами понимаем, для кого она в руках держит вот эти сабли. Явно для того, чтобы обороняться против Коломойского. Всех, естественно, заинтриговало. А почему это Порошенко лично решил прилететь в Лондон и проведать свою кассиршу? А все дело в том, что совсем недавно, отвечая на вопрос украинских журналистов, интересовался ли ее здоровьем после ДТП ее бывший покровитель Петр Порошенко, она ответила, что нет, и даже смс-ки не прислал, чтобы справиться о ее здоровье. Она также сказала, что после увольнения с должности главы НБУ больше ни разу не видела Порошенко. И это было сказано с большим сожалением. Вот Петя все прикинул, а вдруг украинские следственные органы начнут сейчас Гонтареву щемить различными вопросами по Приватбанку? А она ведь ой сколько различной конфиденциальной информации знает. Вот поэтому он и прилетел ее лично поддержать и дать ей соответствующие инструкции и гарантии. Но у себя на странице в Фейсбуке Порошенко написал такое, от чего, конечно, очень возмутились многие украинцы. Он написал, что Гонтарева сильный менеджер. Она, несмотря на опасность, лично защитила денежные средства вкладчиков Приватбанка. Также он написал, что она спасла от коллапса всю банковскую систему Украины. И также Порошенко написал, что Гонтарева борется за Украину. Такие слова очень возмутили пользователей Фейсбука. И они в комментариях от Гонтаревой мокрого места не оставили. Ей вспомнили все. И сколько она положила банков в Украине. И скольких людей просто обворовала, сделав их нищими из-за потерянных банковских вкладов. Но теперь по поводу футболок. Я думаю, Игорь Коломойский приготовил для Порошенко и Гонтаревой тоже один комплектик футболочек. И тоже с очень интересным карикатурным изображением. И придет время, и Коломойский их обязательно вручит. ЦТВУ. Топ-блогеры Украины. ЦТВУ. Тут немає табу. Отже, далі ми продовжуємо. І, пані Олено, я хотів би задати таке питання. Олег Вінник, дуже такий відомий виконавець. Олег Вінник став Олегом Винним. Винним усьому просто. Розумієте, він, сталося так, що він підтримав флешмоб антивоєнний. Всім мір. Антивоєнний, так, всім мір. І це багатьом, скажімо так, багатьом представникам партії війни не сподобалося. От. І мені, я зараз пригадую, як коли брали інтерв'ю у Германа Герінга, його запитували, а як так вийшло, що ви так керували цим народом, що 95% підтримували ідеологію Гітлера. І він сказав, це дуже просто. Потрібно просто переконати більшість людей, що на них зараз збирається хтось напасти, створити такий чіткий образ ворога, а пацифістів назвати зрадниками. Все, як у нас, не правда ли? Очень похоже. П'ять лет. В цьому питанні ви підтримуєте Олега Вінника? Чи може щось там? Ну, звісно ж, друга задача у таких людей, як Олег Вінник, говорити це раньше, чем другие сказали, потому что это все-таки лидеры общественного мнения, пусть каждый в своей нише. Я, конечно, понимаю, не осуждаю ни одного из тех людей, которые относят себя к интеллектуальной элите, к творческой элите. Да? Это флагманы любого общества. Ну, по крайней мере, должны быть ими. И у них особая миссия, вплоть до просвещения. Я, конечно же, сожалею, что, например, такие, как Олег Вінник, говорят это только сейчас. Ну, в принципе, да, и в 2017 году он тоже сказал, что не очень ему понравилось то, что сейчас
сейчас он это артикулировал очень четко, он произнес это, практически не сомневаясь в том, что без оглядки на то, что он говорит. Ну, хотя были, конечно, там шероховатости и сомнения. Другое дело, что он сейчас пока в меньшинстве, таких как он, мало. Все равно большая часть людей творческого труда в Украине, как ни скорбно это признавать, это конъюнктурщики. Это такие себе флюгеры, которые всегда стараются подстроиться под ситуацию. А ведь как раз-таки на них равняются их поклонники, их фанаты, люди, которые признают их творчество. Мы сейчас не обсуждаем качество и уровень. Це получается, що ми можемо представити собі, що якщо ситуація сильно зміниться, то навіть пан Вакарчук може заспівати якусь іншу пісню. Ну, думаю, что да, скорее всего, в угоду своим там шкурным интересам такой человек на это способен. Но проблема в том, что тогда ему после такой риторики уже никто не поверит. И вот таким людям как раз лучше в политику не играться. Потому что, будучи хорошим певцом и ставший совсем отвратительным политиком, он при этом в наших глазах останется и худшим певцом в том числе. Как, кстати, и произошло, допустим, с тем же Виталием Кличко. Правда? Для нас он был человек-легенда в спорте. После того, как он отвратительным порядком уничтожил столицу, да, столица сейчас выглядит как брошенка, как беспризорник, как ребенок, у которого нет опеки. Он грязный, он невымытый, он нечищенный, занедбанный, захаращенный. Да? И вот после этого всего Виталий Кличко уже даже как легендарный спортсмен в наших глазах не выглядит. Это человек, который и плохой спортсмен, и плохой политик. И такое впечатление, что даже тень Виталика трохи падает на Володимира Кличко теж. Ну, слушайте, такова доля нашей родичи, також несуть відповідальність за те, що ми там з вами щось робимо або не робимо. Это, кстати, вот доля всех политиков. Всегда твои дети, внуки, ближнее окружение будут нести за тебя ответственность, при этом абсолютно, ну, не понимая искренне, за что. За что и нас в том числе. Ой, як печально це все, але ми все одно будемо сподіватися на те, що все зміниться до чогось кращого. И Винник в этом нам поможет. Допоможет, все равно, так. В любом случае, тот сигнал, который он дает обществу, тобто він молодець. Все равно то, что он сделал, он молодец. Он ведь на самом деле один из первых. Да, он не первый, но один из первых, кто сейчас лупает всю скалу, который пытается все-таки взывать к здравому смыслу в стране, который пытается все-таки достучаться до людей, которые ослеплены ненавистью, враждой и пропагандой, чтобы им сказать: люди, ну вы что? Ну все же хотят мира, все же хотят нормально жить, развиваться, любить, строить, созидать, растить детей, заботиться о стариках. Мне аж хочется сказать, шановні вовчиці, не зрадьте, будь ласка, Винника. Да, помогите ему в этом. Ну, а вы знаете, да, до речи, что он потрапив у миротворец сразу? Да, конечно, этого. Даже не сомневаюсь. Там хорошая компашка на самом деле собралась. Она, правда, подпорчена некоторыми субъектами. Ну, там, например, насколько я понимаю, есть Саакашвили, насколько я понимаю, там есть Юлия Тимошенко и некоторые другие персонажи, которые как раз-таки 5 лет выступали за войну. Яка прикра новина. Ну, я вам скажу, название у сайта «Миротворец» точное, потому что там действительно миротворцы. В отличие от тех, кто на этом сайте не присутствует, те, которые представляют вот эту одиозную, скандальную партию войны. Добре. Дякую, це була думка Олени, пані Олени. А тепер давайте подивимося, що на цю саму тему нам розповість Олеся Медведєва. І її блог «Ясно-понятно». Блогеры Украины. Привет, я Олеся Медведева. Вы смотрите новый «Ясно-понятно» блог на канале Страна UA. Как вы уже наверняка знаете, известный украинский певец Олег Винник, это который... А еще который поет песню... У
угодил в базу сайта «Миротворец». Попал он туда после того, как принял участие во флешмобе совместно с российскими певцами, артистами и звездами шоу-бизнеса. А также последние заявления Олега вызвали бурю негодования среди сторонников войны с Россией. Ну что ж, в этом блоге мы поговорим о травле артистов, о том, что влияет на их точку зрения, возможно, изменение позиции, а также про очередные тревожные тенденции, что все это значит для нас с вами. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Итак, недавно Олег Винник принял участие во флешмобе, который назывался «Всем мир», организованный россиянами. Певец появился с ними в одном видеоролике, который опубликован в YouTube на странице «Мир 519». В описании этого ролика говорится следующее. Очень важно, что люди творческих профессий, как и мы, чувствуют необходимость в этих переменах. Человечество должно прекратить войны из-за политических убеждений, религии, цвета кожи, несоответствия взглядов и прочего. Настало время остановиться. Мир один для всех, и другого у нас не будет. Кроме Винника, в клипе снялись Владимир Познер, Игорь Крутой, Валерия Сусопова, Швили Квартет и много-много других звезд шоу-бизнеса. Мы не согласны, только знай, время не щемится, боги не ленятся, братья не делятся. Также Винник снял отдельное видеообращение, в котором пропел несколько строчек из знаменитой «Волчицы», а также сделал обращение. Послушаем. Я не хочу, чтобы батьки оплакували своих детей. Я не хочу, чтобы молодые дружины ставали вдовицами. И я не хочу, чтобы страждали дети. Давайте не забывать, мы пришли в цей світ, чтобы научиться любить, а не відбирати життя один в одного. После вот этих вот событий данные Олега Винника и появились на сайте «Миротворец». Там отмечается, что артист стал участником российской пропагандистской антиукраинской акции «Всем мир», направленной на перекладывание ответственности за развязанную Россией страна-агрессор в скобочках войну на Украину. Позже Олег Винник дал интервью программе «Викна» на СТБ, где объяснил свое участие во флешмобе. По его словам, он не знал, что в акции будут участвовать российские артисты, и что его имя было использовано в этом контексте без его ведома. Що стосується використання моєго відео в кліпі, я про це взагалі не знаю. Це не моя справа, я про це ні з ким не домовлявся. І моє ім'я, моя особа використана поза мною, без моєго відома. При этом, как мне кажется, Винник прекрасно понимал, что проект, в котором он принимает участие, российский. Такі речі, коли ми сьогодні робимо величезний акцент «Росія, Україна», це заважає справам мирним. Мені здається, я повторюсь, ми маємо думати про мир сьогодні, а не шукати якісь підводні камні, засуджувати когось. А далі журналістка СТБ, почему-то от імені поклонника Винника непонятно, задала йому вопрос, а знає ли он, чий Крим і що на Донбасі происходит агрессия России. И заодно попросила его заверить, что на гастроли в Российскую Федерацию он не поедет. Все не важливо, абсолютно не важливо. Важливо те, що ти чиниш, те, що ти робиш, як ти дієш. Важливо твої вчинки. Я не буду нічого ділити і не казати, чий Крим. Мені здається, що сьогодні вже взагалі про це говорити вже не то, що я б сказав би не потрібно. Це нічого не дає, коли ти кричиш «наш Крим», а він не наш на сьогоднішній день. Ну, ми маємо, що ми маємо. Правильно? Є факт. І ми будемо всі кричати, що наш? То чому ж? Ми нічого не вирішуємо. Що дорого – Крим чи Донбас? Чи Україна? Що ми ділимо? Чому ми ставимо акценти на якісь речі? Я не вважаю, що Крим забрали, і він дорожчий за все інше, за життя, за долі наших людей, українців, співвітчизників. Десятки тисяч людей загинули всі, незрозумілі, в війні, як на мене, яка називається АТО. І в кінці кінців, цьому кінця
поки що немає. Правда, все-таки в конце концов заверил, что концерты в России давать не собирается. Таким образом, суть заявления Винника понятна. Певец считает, что украинская власть сдала Крым без сопротивления. При этом власть требует ритуального признания украинской принадлежности полуострова. Причину такой позиции артиста понять в принципе можно. Всю свою творческую карьеру Олег Винник уклонялся от политики. И лишь летом 2019 года на парламентских выборах заявил, что поддерживает аграрную партию Михаила Поплавского, еще одного украинского певца. Винник в своем творчестве в принципе ориентируется на более взрослую аудиторию. Видимо, поэтому он частый гость всяких разных концертов на телеканале Интер, скажем так, где выступал в честь Дня Победы и появлялся на новогодней елке. В репертуаре певца есть песни и на русском языке, например, вот это. То есть было изначально ясно и понятно, что Винник не националист и придерживается максимально нейтральной позиции по всем вопросам, которые раскалывают наше общество после Майдана. И судя по легкому раздражению певца в этом интервью СТБ, он не ожидал такой реакции общественности на его участие в российском флешмобе. Но все равно не поддался требованиям журналистки сделать определенные политические заявления. И таким образом, как говорил знаменитый философ Виталий Кличко, он окрасил себя в те цвета, которые он окрасил себя. Он окрасил себя совсем по-другому, как сторонник мира, а не войны с Россией. В чем же может быть причина такой позиции? Вспомним, что Олег Винник не единственный такой артист, отказывающийся проклинать Россию и призывающий к миру. Это показал прошлый отбор на Евровидение, в котором принимал участие дуэт из Крыма Анна-Мария, и девчонки в прямом эфире отказались признавать Крым украинским. А победила в отборе певица Маруф, которая регулярно ездит с гастролями в Российскую Федерацию. И после травли со стороны некоторых членов жюри, ведущих этого отбора, а также представителей НТКУ, Маруф отказалась принимать участие в конкурсе вообще. У Маруф тогда тоже был выбор выступить с антироссийских позиций и поехать в Тель-Авив, представлять там Украину, но она отказалась. Как видим, Винник, несмотря на то, что оказался на миротворец, и несмотря на травлю со стороны парохоботов, не изменил своей позиции и даже, ну, можно сказать, усугубил ее, как в принципе и Маруф, которая активно продолжает гастролировать в Российской Федерации и параллельно с этим принимает участие в шоу «Танцы со звездами» на канале Коломойского 1+1. То есть для многих украинских исполнителей оказалось критически важно не вестись на соблазны идеологического мейнстрима. Для одних это гражданская позиция, для других это нежелание терять доходы, которые они теоретически могут заработать в Российской Федерации. Для третьих же это желание остаться за пределами повестки ненависти, чтобы не растерять свою аудиторию в Украине. Но в целом это уже тенденция. Представители шоу-бизнеса очень точно чувствуют настроение своей аудитории. Намного более чутко, чем политики. И эти настроения не в пользу войны, эти настроения в пользу мира. И Зеленский их чувствовал, потому что он тоже из шоу-бизнеса. И построил на них, на этих настроениях свою предвыборную кампанию. Но как только он ушел из шоу-бизнеса и начал работать президентом, он начал об этом забывать. А очень зря. Но не все чувствуют веяние времени. Есть еще в Украине такие два брата-акробата. Это Бабченко Аркадий и Айдер Муждабаев. Оба не так давно жили в Москве, работали в тамошних СМИ не на последних должностях. А несколько лет назад приехали в Киев и стали такими украинскими патриотами, знаете, ну в кавычках, да? Что, мне кажется, Бандера в гробу лежит просто и завидует. Причем патриотами они стали такими вот своеобразными. Патриотами не от слова любить, а патриотами от слова ненавидеть. Вот они и ненавидят ту страну, в которой они прожили большую часть своей жизни, и гражданами которой до сих пор, скорее всего, и являются. Но тут я не в курсе, я не следила за сменой их гражданства, и публично они российские паспорта тоже не полили. И смотрите так. Дело не во мне. Нас молодых так учили, понимаете? Нас так учили. Всех учили.
Но почему ты оказался первым учеником? Скотина. Такие дела, друзья. Топ-блогери України. Дорогі друзі, на жаль, це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І ні в якому разі не забувайте підписуватись на YouTube-канал і шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього найкращого вам. Па-па. Всього доброго. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Диви.